Свой первый отчет по итогам ушедшего года глава района Ришат Юзмухаметов провел в поселке Светлый. Сегодня это поселение демонстрирует стабильные показатели. Здесь фиксируется положительная рождаемость и миграция. На конец 2017 года здесь прописано почти 3400 человек. Основные работодатели – предприятия «Алроса» в Мирном и Вилюйская ГЭС. Бюджет поселения – больше 50 миллионов рублей. Но главная проблема местных властей – задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Сумма уже перевалила за 72 миллиона рублей. Задолженность копилась годами, но только сейчас местные власти начали решать проблему. Районные власти, в свою очередь, помогали поселению субсидиями. Это связано со сверхдоходами районного бюджета. 2014 года администрация района, так как у нас был положительный бюджет, выделяла деньги из района поселениям на решение их проблем, так называемые межбюджетные трансферты. Вот в 2014 году у нас было 162 миллиона, а в прошлом году уже почти полмиллиарда рублей мы выделяли всем поселениям района на решение их неотложных нужд. Следующий слайд. Вот для поселка Светлый в прошлом году было выделено из бюджета района 13 миллионов 200 тысяч рублей. Основные вопросы светлинцев касались здравоохранения. Ветхий стоматологический кабинет нуждается в ремонте и замене оборудования. Немало проблем и в самой больнице с нехваткой врачей и медикаментов. Если вы вдруг приобрели препараты какие-то, пожалуйста, берете выписку, берете чеки, которые вы купили, только чек должен совпадать с момента поступления и с момента выписки, и прикладываете эти чеки, пишите на мое имя заявление, отправляете Мирный, и мы все лекарственные средства возмещаем. Как озвучила главный врач МЦРБ, в Светлом скоро появится новый врач, и ему предоставят жилье. В 2017 году в поселок провели высокоскоростной интернет. Светлинскую ГЭС вывели из списка непрофильных активов «Алроса». Теперь ее продажа снята с повестки дня. Эту новость жители поселка встретили аплодисментами. Глава района пообещал активнее бороться за права местного населения при трудоустройстве на предприятия газовиков и нефтяников. Пока процент местных рабочих кадров слишком мал, и здесь необходима координация усилий районных и республиканских властей. В целом, я считаю, что светлинцы настроены оптимистически. В принципе, население в поселке растет. А здесь поселок благоустраивается, принимаются местной администрацией целый ряд программ по озеленению, благоустройству, о том, чтобы действительно создание комфортной среды для проживания. Завершился отчет награждением жителей Светлого, принимавших участие в программе «Активный гражданин» и получивших гранты на благоустройство поселка. Глава района предложил всем светлинцам писать заявки на такие гранты, ведь с их помощью можно сделать многое, например, отремонтировать или купить то же оборудование в зубную клинику. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».